Да, тебе сейчас будешь кушать, дорогие друзья. Мы приготовили вкусную, густую окрошку. Тебе приготовила хлебушек, Света, принеси, я сейчас нарежу. И все, кто кушает, всем приятного. Да, вот у тебя хлебушек, кушай на здоровье. Всем приятного аппетита. Ну, а мы садимся тоже кушать. Ваня, Ваня, что ты делаешь? Смотри, Ваня, сколько картошки. Ваня, вон. Много, да? Три, два, три? Два. Крупная картошка, покажи, Свете, какая у тебя картошка. Встань, покажи, Свете, какая у тебя большая картошка. Большая, да? Ой, какая большая. Давай, мама, тебе игрушку в карман положи, давай. Давай. Давай, мама, тебе карман. Стой, кармашек. Вот теперь сможешь картошку спокойно собирать, да, Ваня? Да. Да, на вот еще картошку. Ваня, вот, Ваня, вот картошка. Вот. Помогай, собирай. Ой, Тима, ой, какая большая, да. Да, большая картошка. Нет, там как картошка? Там как картошка? Во-во-во, надо дальше копать. Смотри-ка, у меня мозоль уже палец себе протерла, даже до крови.
Да, у тебя тоже пальцы. Ты зачем себе лицо изрисовал? Кака. Все, пошел, да? Ваня, вон смотри, сколько картошина. Давай бегом собирай. Давай. Давай. Вон там мама тебе кидает картошинки. Ваня, пальчик вот. Да. Приходит. Чудо. Ну, давай ложи ведерко ее, ложи. На, еще тебе. Сейчас, подожди, он унесет, и сейчас еще. Вон, иди, собирай, вот, давай вот картошинки. Сейчас ты тут кучку разбить, может, там есть еще. Да, вон, Ваня, тут еще есть картошины. Вот там ты закопала. Вот, да. Вон картошины, мама тебе накидала. Давай, собирай. Сейчас, подожди, мама тебе еще накопает. Там была большая. Я знаю. Ваня, отойди, пожалуйста, сына, а то мама нечаянно тебе лопатки стукнет. Тут из-за корней, видишь, ничего. Держи. Не сиди. Не сиди. Нет, да. Что ты делаешь, Ваня? Да, она не припадает. Что, где еще? Копать будем? Это кака. Это кака. Старая картошка. Ну, отходи. Там пчела громадная. Не, это камешек. Летает. Отойди, мама будет копать. Отойди. А то нечаянно стукнет мама тебе. Дорогие мои, сейчас позвонили насчет доставки мебели. Сейчас мне должны привезти стол и 5 табуреток, по-моему, там. Или 6 табуреток. Ну, вот дети сейчас ворота откроют и будем ждать доставку мебели. Покопали немножко картошки. Сейчас покажу, сколько выкопали участок и сколько картошки получилось. Так, дорогие друзья, вот смотрите, видите доска? Вот от этой доски вот эту полосу мы выкопали. Теперь пишите в комментариях, как вы думаете, сколько ведер картошки мы накопали. Сейчас покажу общий результат всего, что мы вскопали. Так, и вот эту вот вся картошку, что мы накопали. Тут почти 2 полных ведра, ну почти. Короче, 1,5 ведра с того участка. Все, дорогие друзья, уезжает наш ученик, студент. Скажешь всем пока? Фотографию он мне сегодня пообещал сделать, снимет. Или видео, или фотографии отправит, да? Ну ладно, шагай с Богом. А тут у нас ребятишки играют. Ваня морковку ест, бусинки какие-то перебирает. Ты бусинки перебираешь? Ой, какие у тебя бусинки красивые, да? Морковку грызет. Света, вкусная морковка? Сладкая? Не трогай грибы, пускай растут. Я знаю, что тут грибы растут. Тут, если по территории пройтись, тут можно на уху спокойно набирать. Я знаю, что здесь клубника растет. Это, видать, от старых... Мухомор. Вот это вот мухомор. Его затаптывать сразу можно. Вот, смотрите. Масленок. Это земляника. Не надо топтать, Марин, не надо. Земляника... Вон еще грусть растет, смотрите, ребята. А нет, это масленок. Нет, грусть, да. Но его черви съели. Тут и огром, мы по территории в том году, да, мы ходили, собирали. Да, там поганки, это не трогайте. И эту грибницу варили. Не надо, не трогай, пускай будет. Марина, уходи, а то там провода. Не трогай. Затопчи его оранжевый. Это мухомор. А. Да я знаю, что он в землю уходит. А скоро будем его, Света, разбирать, все, засыпать ту яму и будем здесь кусты деревьев садить. Ну да. Мы открыли ворота, ждем доставку мебели. Ну, должны стол привезти и табуреты. Мы вон там вот тоже собирали. Хорошо. Да я знаю, что он не закрытый. Во, ребят, смотрите, какой гриб растет у нас тут. А где-то еще вот здесь вот грибы. А, вон, да. Вот гриб растет. Видите? Прям по территории пройдись.
И на грибницу спокойно набрать, да, можно. Но этот дом уже проваливается, тут яма старая. Вон все, оно внутри там все осыпалось. Открывай, открывай, небось. Если сможешь, ты не сможешь открыть. М? Дай посмотрю. Мне показалось, там это там, видите, там все осыпалось. Поэтому эту яму мы не трогаем. А то нам многие писали, что в яме этой не пользуетесь. Все, ждем. Ждем, ждем, ждем доставку. Вот смотрите, как он радуется. Тайсон, смотрите, как он радуется. Аж вверх в небо подпрыгивает. Ну, иди там играй. Тайсон, прыгай, прыгай. Вот только что так прыгал сильно, высоко-высоко. Мария, не подходи близко, а то не дай Боже. Прыгнет на тебя нечаянно. Ой, лапу дал. Любитель лапу дает всегда. Да, Оксана? Вкусная, Оксана, морковка? Оксана, с морсиком ходишь, да? Да-да-да, иди там играй. Не подходи близко к Тайсону. О, о. Да я знаю, что он линяет. Нет, Тайсону не надо ням-ням давать. Тайсона уже сегодня кормили. Свою кастрюлю ему он все вывалил. Вредный Тайсон. Да. Ну да, можешь дать. Подходи, не бойся, он у тебя из руки прям возьмет. Ну, ворона. Ладно, ждем машину. Ворота уже открыты. Стоим, ждем. Света с Тайсоном любит танцевать, да, Света? Ну-ка, ближе подойди, он опять прыгать начнет. Да-да-да. Ой, ты танцуешь, молодец. Ух ты. Вообще, ну, линяет сильно. Они готовы так целыми днями с ним играть. Ваня упал, да? Ваня тут кружится. Да, Ваня в понедельник в садик не пойдет. Потому что у Вани... Да, да, да. Во вторник, то есть, понедельник у вас не работает. Сейчас приедет Бомби. Понедельник садик не работает из-за того, что воды нет. А во вторник в садик он не пойдет, потому что у него кашель появился. Кто кашляет, Ваня? Мой. Мой. Я знаю, что твой лицо фломастерами опять изрисовал. Ты так готова с ним целый день играть? Ладно, ждем. Все, дорогие друзья, Формула мебели приезжала, привезли нам столешницу и табуретки. Все запечатано, все не распаковано. Проверила я столешницу, все нормально вроде бы. Но кровать все еще не привезли. Я уже месяц жду эту кровать, и все мне никак ее привезти не могут. Вот так вот. Ждем дальше койку. Когда ее привезут, еще неизвестно. Москву завтра.